народный, как вы думаете? В ее экзотичности для нашего уха? Наоборот. Правильно, да. Я уже не понимаю, потому что поскольку 20 лет ее проиграв, я ее не воспринимаю как ирландскую вообще. Потому что там столько уже вложено своего местного, и настолько мы все переиначили, наверное, и адаптировали. Ну что ты там хочешь? Ладно. Столько всего своего вложили, но... Ладно. Следующая мелодия, она... На самом деле она из Америки, но поскольку там живет очень много ирландцев, то они там как-то кучкуются и собираются музыканты, устраивают джем-сейшена, общаются и продолжают сочинять музыку в ирландской традиции. Вот это один знаменитый американский скрипач нас научил этой мелодии, сказал, что это классная мелодия. Вот, ну, мы ее записали на пластинку, послали ему. Он был очень рад и удивлен, как мы с ней обошлись. Ну что делать, мы же отсюда. Называется Джон Стенсон номер 2. Почему номер 2, он сам сказал, не знаю. Вопрос мы не задавали. Как это значит, thank you.